Люди запитують, Путін перед війною прочитав книжку про Сталіна. Все, тепер він Сталін. Потім прочитав книжку про Петра І. Все, він тепер Петро І. Ну, у вас багато книжок, і ви багато читаєте. Яку би ви дали йому почитати? Він книжок не читає. Ви ошибаєтесь. Він їх взагалі не читає. Це не я сказав. Ви думаєте, я от видумую? Це сказав Пугачов в інтерв'ю у Гордона. А Пугачев действительно начальник НЛЮ был очень близкий Путину человек. Он возглавил Межпромбанк. Он действительно соучаствовал в некоторых бизнесах, организованных в тот момент начальник НЛЮ Путиным. Он был ему близок, он с ним общался. Это точно. Это подтверждает. Он кому книжек не читает вообще. Сам Путин, знаете, какую книжку назвал? Знаете, он на большой пресс-конференции это было, и Гордон это повторил. Он назвал, моя любимая, говорит, книжка «Колобок». Вот и дайте ему колобок, а лучше ему дать про старуху, которая у корыта осталась, Александра Сергеевича. Чтобы он так же, как у корыта вот остался, еще и утонул в этом море, и рыбка его дожрала. Вот что ему надо дать. А все остальное, это не про него, понимаете? Я бы дал бы ему какую-нибудь сложную книгу Сартра или Роберта Музеля про человека без свойств, но и он не поймет. Это не для него литература, понимаете? Колобок – это вот его уровень. На самом деле, когда он помрет и раскроется, насколько ограниченные, тупые существа руководили 1/8 часть суши, народ удивится до такой степени, да? Скажет, как же такое могло быть, что в мировой истории двигали посредственности. А так, что так божий промысел. Вот он выбирает таких, решать судьбы народов, понимаете? Ничего не поделаешь.